Петербургские вести, в студии Наталья Бондарева. Доброе утро. Сегодня в 8 вечера на стадионе Петровский начнется матч года. Так эту игру уже назвал Лучано Спалетти. «Зенит» играет с соотечественниками своего тренера, футболистами знаменитого «Милана» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Обоим клубам нужна победа. Итальянцы приехали в Петербург в сильнейшем составе. У них очень хорош Эль-Шарави, молодой парень, которого я давно знаю. Не стоит забывать и о другом форварде, Пацини. А есть еще Крукич, Робиньо. Это футболисты высокого класса. Они могут взять игру на себя, решить любой эпизод и сделать результат. В минувшую субботу Доминика Кришета получил серьезную травму – перелом скулы. Но в роли зрителя на матч против Милана идти не хочет. В Италии ему сделали специальную защитную маску, в которой он и будет играть. Собственника главной петербургской мечети обяжут отремонтировать здание. Специалисты городского комитета по охране памятников побывали на месте происшествия. Вердикт неутешителен. Мечеть слишком обветшала. Последний серьезный ремонт был здесь почти 3 десятилетия назад. Не исключены новые обрушения. Между тем, по закону ремонтировать здание обязан его собственник, говорят в городской администрации. Сейчас опасная территория огорожена. В ближайшее время комитет направит предписание в адрес руководства мечети с требованием провести первоочередные противоаварийные работы на западном и восточном минаретах. Напомню, ЧП случилось на прошлой неделе. От облицовки западного минарета откололись несколько кусков гранита. Тяжелые блоки повредили металлическую ограду. Никто из людей не пострадал. В храме до сих пор от комментариев отказываются. Далее о самых заметных событиях нового дня на календаре 3 октября. Сегодня в Москве объявят имя лучшего учителя 2012 года. Среди 5 финалистов конкурса есть и петербуржец Вадим Соломин. Он преподает математику в лицее номер 239. Ну а в северной столице днем педагогам вручат нагрудные знаки за гуманизацию школы Санкт-Петербурга. В этом году награды и денежные премии получат 100 человек. Выдающийся ученый, доктор исторических и географических наук, сын двух поэтов. В северной столице продолжаются мероприятия, посвященные столетию Льва Гумилева. Сегодня в 9 утра на Никольском кладбище Александра Невской лавры отслужат панихиду, а в музеях Анны Ахматовой и Льва Гумилева на этой неделе открылись юбилейные выставки. Государственный Эрмитаж меняет субботу на среду. Речь о часах работы. В середине лета музей продлил работу по субботам до 9 вечера. А теперь продленным днем станет среда вместо субботы. То есть в середине недели можно будет задержаться в экспозиционных залах на 3 часа дольше обычного. До 300-летия Александра Невской лавры осталось меньше года. К этой дате в монастыре планируют закончить основной этап масштабной реконструкции. Пока прихожане видят только обновленные фасады, но главная работа идет внутри. Ну вот посмотрите, как вы видите, вот там, это расчистки. Это мы пробовали во всех местах, где сохранилась живопись. И вот это все придется масляную краску снимать и потом восстанавливать живопись. В большинстве помещений лавры в советские годы были конторы проектного института и даже производственные цеха. Церковные залы разбивали на несколько этажей. Поперечные балки проходили прямо по лицам апостолов из Тайной вечери. Фрески безжалостно уничтожались. О том, как идут грандиозные реставрационные работы, Елена Гордиенко расскажет в наших следующих выпусках. Ближайший выйдет в эфир в половине 12-го. Удачного дня!